Здравствуйте. Приветствую. Что вы снова да? с нами? Просто мы. В этот момент можно да. У вас есть какие-то вопросы, которые специально хотелось бы услышать? Мне кажется, что вам нужно изучать ключевые оценки, ключевые цифры, но цифры порядка. Структура прежняя, содержание, как всегда, интересно. Вы знаете, в 1954 году фельдмаршал Монтгомери, это один из главных полководцев Великобритании, в очень престижном колледже в Винчестере давал лекцию. И его там спросили, а в чем главная причина поражения Гитлера в войне? Почему нацистская Германия проиграла? И Монтгомери очень быстро среагировал и сказал так. Вы знаете, Гитлер нарушил главное правило войны, поэтому и проиграл. Ну, конечно, аудитория замерла в ожидании, что это за правило. И Монтгомери через какую-то паузу сказал, главное правило войны гласит, никогда не нападай на Москву. Конечно, для нас, современников, это звучит так полушутливо, но, по сути, вот этой своей фразой Монтгомери уловил очень главную проблему любой войны. Почему одни народы воюют до последнего, до конца, и стремятся победить, а другие нет? Поскольку все-таки это была колоссальнейшая победа в очень тяжелое время и над очень серьезным противником, то, конечно, нужно понять нам самим, почему победили, и это нужно знать и будущим поколениям, в том числе это и исторический опыт. Поэтому, когда мы говорим о причинах победы Советского Союза в войне, мы их должны разделить на несколько таких блоков. Первое, что нужно сказать, Россия очень большая страна. Советский Союз был еще больше. И в то время, и сейчас, это самая большая страна в мире. И любой завоеватель, желающий покорить такую страну, должен обладать колоссальными ресурсами. С другой стороны, также нужно сказать, что это не просто большая страна, а она очень разнообразная. Она этнически пестрая, очень много разных национальностей. И население само по себе большое. Другая причина, которая сильно влияла на любые войны в истории России, это специфика ее географического положения. В России, как правило, очень суровая зима, быстрая, но дождливая осень, весна. Это всегда распутица. Это очень неудобно для передвижения больших массивов войск. И жаркое лето. И плюс все время рельеф местности разный. Поэтому любой полководец, желающий воевать на территории России, должен был тоже это учитывать. Не случайно, кстати, немецкие генералы, когда они объясняли свое поражение, они все время упоминали климат в России. Но, в принципе, грош цена тому генералу, который объясняет свои неудачи морозом или дождем. Ведь, скажем, то, что в России бывают морозы, это никогда не было государственным секретом, об этом знали все. Поэтому, когда немецкий генерал говорит, что он мешал мороз, это, конечно, слабый аргумент. Но он имел свое значение. Почему? Потому что они думали, что они победят быстро, и, соответственно, их техника была ориентирована на быструю летне-осеннюю кампанию. А когда началась зима, и температуры сильно упали, а напомним вам, что, например, во время битвы под Москвой в самый момент контрнаступления температура была минус 40-42 градуса. Так вот, у немецких танков, бронетранспортеров масло не было ориентировано на такую холодную зиму, оно замерзло. И поэтому их не запускали с двигателей, у них не могли ходить танки. И им было невозможно нормально воевать, как они хотели. Но для того, чтобы понять, почему все-таки Советский Союз смог победить, здесь начинают играть роль другие факторы. И они уже связаны именно с государственной властью, с морально-психологическим климатом в стране, с историей этой страны. Начнем с истории. В России всегда сопротивлялись захватчикам. Не было ни одного покорителя российских просторов,
вот такой благостной ситуации, когда бы ему не сопротивлялись. Поэтому Великая Отечественная война не исключение. Во-вторых, и здесь мы уже говорим о государственной власти, как бы мы ни относились к высшему советскому руководству, к Сталину, была создана централизованная структура управления страной, которая позволяла в кратчайшие сроки мобилизовать все население на отпор врагу. Это коммунистическая партия, это комсомол, это общественные организации разного уровня, включая профсоюзы, ДСААФ и так далее, даже школы. Все было встроено в одну единую структуру. И поэтому все знали, что нужно делать. Другая причина, она очень весомая. Вопрос о том, что можно сдаться, что можно согласиться с немецкой оккупацией, пойти на какой-то компромисс, он никогда не обсуждался. То есть все знали, что будет война, и все будут сопротивляться. И сама идея, что сопротивление никогда не остановится, она была центральной. Она пронизывала всю советскую политику. И это сильно отличалось, например, от Западной Европы. Франция рухнула как карточный домик за несколько недель. А почему? Да потому что французское руководство не готово было воевать. Оно не могло мобилизовать себя, и оно не смогло мобилизовать армию. Поэтому они посчитали, что, ну что ж, придется лучше сдаться. Объявили Париж открытым городом, чтобы его не бомбили, чтобы все сохранить, и сдались. Вывод очень простой. Если высшее руководство страны не готово воевать, то и армия не может воевать. То есть если нет единой идеи, нет единого руководства, то воевать невозможно. И опыт Франции это показал. После поражения Франции фактически вся Европа оказалась под пятой нацистов. После Франции началась воздушная война с Британией. Высадиться там немцы не смогли. Они думали, что они будут бомбить, и англичане постепенно сдадутся. Этого тоже не получилось. А дальше Гитлер сам стал себя убеждать, он себе объяснял так. А почему так долго вот Великобритания держится? Почему они не сдаются? Потому что они надеются на Советский Союз. А что нужно сделать? А нужно в одной быстрой кампании победить Советский Союз, а после этого англичане или сдадутся сами, или мы с ними как-нибудь разделаемся. И это, конечно, выглядело как война на два фронта, но Гитлер убеждал и себя, и своих генералов, что Советский Союз – слабое государство, его можно разбить в одной быстрой кампании. Поэтому вот эта идея блицкрига, быстрой войны, за короткий срок уничтожить Советский Союз, она родилась летом еще с 40-го года. Они надеялись, что в приграничных сражениях очень быстро они разобьют Красную Армию. После этого армии не будет, они оккупируют значительные части Советского Союза, и все. Здесь нацистское планирование, оно заканчивалось. Они считали, что где-то там до Урала они все это захватят, а дальше уже все как-то само будет идти. То есть правительства советского не будет, они население куда-то там отодвинут, часть уничтожат. Вот эта вот абстрактность, неконкретность нацистского планирования, она сильно влияла и на военные действия, на образ мыслей. Так вот, главный сюрприз, который ожидал нацистов, заключался в том, что советская власть выстроила мощную систему мобилизации. Призыв в армию не прекращался с первых месяцев войны, и он происходил на регулярной основе всю войну. Представьте себе, что к концу 41 года общие потери, военные потери Красной Армии, они уже приближались к 5 миллионам человек или даже больше. А вся армия на 22 июня, это тоже было где-то около 5 миллионов человек. То есть фактически они достигли своей цели по плану Барбаросса, армия была уничтожена, а она перед ними стоит точно такая же армия. То есть за этот же период советское руководство мобилизовало точно такое же количество войск, столько же людей. Другой сюрприз, который им приготовила власть советская, заключался в том, что материальные ресурсы по мере продвижения фашистов на территорию Советского Союза уничтожались. Конечно, что-то немцам досталось, но в целом им досталось не так много.
А сейчас мы уже видим по их архивам, что каждая немецкая дивизия была упакована экспертами по сельскому хозяйству, по промышленности, разные инженеры, финансисты. Они должны были прийти в Россию, захватить собственность и ее утилизировать. На одном из совещаний так и было сказано, что главное – это захватить советский пирог и грамотно его поделить. Так вот, пирога не получилось. У страны было достаточно ресурсов, чтобы производить нужное вооружение для борьбы с противником. Конечно, чего-то не хватало, но в целом при грамотном использовании имеющихся ресурсов их было достаточно, чтобы работать на победу. Ну, вот пример. По количеству выплавленного металла разных групп, алюминия, стали, Советский Союз уступал фашистской Германии в 1942 и 1943 году. Но в 1942 году Советский Союз произвел около 25 тысяч самолетов, а немцы около 15 тысяч. А в 1943 году Советский Союз произвел 35 тысяч самолетов, а немцы около 25. Вот что значит грамотное использование ресурсов. Другая причина, которая тоже по мере продвижения к победе, скажем так, она начинала играть все большую роль. Это союзники. У Советского Союза были очень хорошие союзники, которые помогали ему на протяжении всей войны. Это Великобритания и США. Были ли союзники у фашистской Германии? Да, были. Это Италия и Япония. Но сейчас историки имеют все эти документы, и мы видим, что реального сотрудничества военного между Италией, Японией и фашистской Германией не получилось. Не случайно, когда Гитлер напал на Советский Союз, он так говорил своим генералам: никаких иллюзий по поводу союзников. А экономическое сотрудничество было минимальным. В то время как сотрудничество между союзниками западными СССР, оно было очень продуктивным и оно было повсеместным. Сейчас мы уже видим, что Ленд-лиз, эта программа помощи со стороны США своим союзникам, она оказала существенную роль. Ну, в советское время часто спорили, смог бы Советский Союз победить без западной помощи или не смог бы. Это вопрос отчасти, в общем-то, риторический. Почему? Потому что и США, и Великобритания помогали Советскому Союзу не просто так. Они спасали жизни своих солдат. И эта помощь не была бескорыстной. За все товары приходилось расплачиваться. И мало кто знает, что окончательно уже Российская Федерация расплатилась с Соединенными Штатами в 2006 году. Ну, а когда историки посчитали общее экономическое значение Ленд-лиза, приблизительно 7% всего военного производства Советского Союза – это Ленд-лиз. Очень важный вопрос о причинах нашей победы, он связан с патриотизмом. То, что говорили, советский патриотизм. Действительно, вот этот колоссальный отклик, желание записаться в армию, пойти в ополчение, как-то помочь стране, он наблюдался во всех слоях. Понятие патриотизма, его не всегда можно как бы вот, понимаете, посчитать технически, математически, но оно играло колоссальную роль. И здесь также нужно сказать, что в стране выросло уже одно-два поколения людей, которые чувствовали, что это их страна, это их родина. Это люди, которые родились в 17, 18, 19 годах. Это те самые молодые люди, которые воевали в годы войны, и многие из них погибли. Большинство людей именно считало своим долгом идти в армию и бороться с врагом. И все эти рассказы про и пионеров-героев, и про комсомольцев-героев, и про коммунистов-героев, они подтверждаются многочисленными документами. Ну, теперь о потерях. Потери в год Великой Отечественной войны – это до сих пор очень болезненный сюжет. В совокупности Советский Союз потерял в годы войны приблизительно треть своих богатств, одну третью часть.
Разрушения просто колоссальные. Очень много было вывезено из страны. Конечно, в первую очередь мы обращаем внимание на людские потери. И здесь у нас дискуссии продолжаются, и они не окончательные. Почему? Потому что надежной статистики ее очень мало. Во-первых, часть архивов погибла во время войны. Другая причина заключается в том, что сама советская власть все время меняла свою позицию. То сначала говорили, что 8-10 миллионов погибших, потом говорили около 20, а уже в конце Советского Союза говорили, что это 25, может быть, 27, и даже стали говорить 27-32. Была образована специальная комиссия, которая должна была посчитать эти приблизительные потери во время войны. И такая книга вышла, ее подготовил коллектив военных авторов, она вышла в 1993 году, называлась «Гриф секретности снят». Авторы этой книги говорили, что военные потери были где-то 8,8 миллиона человек убитыми, а остальное это уже как бы потери гражданские. Эта книга вызвала очень большие споры и критику со стороны общественности, что особенно было неприемлемо с точки зрения многих историков, что наши военные коллеги не учитывали целые пласты потерь. Ну, например, они всегда говорят только о списочном составе армии, а ополчение, если человек тоже с оружием в руках, но сложился в дивизии ополчения, он как бы что, он не списочный, да? А как мы его будем записывать? Он тоже погиб. Мы в какую потерь его записываем? Или, например, потери партизан. Кто их считал? В настоящее время многие как бы согласны, что потери Советского Союза в годы войны приблизительно около 27 миллионов человек убитыми, погибшими, включая гражданское население. Это колоссальные потери. Ни одна страна мира столько в годы Второй мировой войны не теряла. Это равно всему взрослому населению Великобритании в годы войны. То есть оно просто все погибло. К сожалению, у нас до сих пор много документов остается на секретном хранении, в том числе документы Ставки. Поэтому как мы можем посчитать, если у нас не все документы есть в наличии? Еще очень важно понимать не только наши боевые потери, не только сколько людей погибло, а соотношение потерь с немецкой стороны и с советской стороны. Вот особенно если брать по вооруженным силам. Например, через Красную армию за всю войну прошло 32 миллиона человек. А через все военные структуры Германии во время войны прошло 18 миллионов человек. То есть видно, что наш потенциал был выше, чем нацистский. Но получается, что если мы уравниваем потери боевые, то есть чуть менее 9 миллионов со стороны Красной армии и приблизительно столько же у немцев, то мы видим по их статистике, что у них просто столько не было человек. Поэтому я думаю, что эти вопросы нужно прояснять. И к этому надо привлекать не только историков, но и демографов, социологов и математиков. Могли ли фашисты победить? Скорее всего, нет. Почему? Потому что у них не хватало солдат, средств и оружия, чтобы полностью доминировать в Европе. А помогло бы Гитлеру, например, какое-нибудь чудо-оружие? В первую очередь люди спрашивают, а почему Гитлер не использовал бактериологическое и химическое оружие во время войны? Гитлер прекрасно знал, что у Советского Союза было достаточно химического оружия, чтобы ответить. И Великобритания, и США предупредили нацистов, что в случае использования бактериологического или химического оружия к ним будут применены адекватные меры такого же характера. Это, конечно, немцев напугало. Еще очень важный вопрос – это атомная бомба. На самом деле мы уже знаем, что такие исследования велись, и немцы были готовы к производству атомного оружия, но у них не было достаточного количества обогащенного урана. Тем не менее, в феврале 1945 года они произвели два взрыва, которые были похожи на атомные.
Сталин получил эту информацию от ГРУ, Главного разведывательного управления, 3 марта 1945 года. И уже там генерал Антонов прямо писал, что если у фашистов будет несколько таких бомб, они смогут замедлить продвижение Красной Армии. Нацисты не успели этого сделать. Победа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне в целом досталась Советскому Союзу и нашему народу колоссальным напряжением сил. Нацистская Германия и милитаристская Япония, и фашистская Италия были очень серьезными противниками. Но благодаря мобилизации всей нации, помощи союзников, мы победили. Победили, заплатив за это колоссальную цену. И именно поэтому мы с такой благодарной памятью относимся к тем поколениям, которые погибли и сделали все, что могли для того, чтобы эта победа пришла.